Давно отгремели выстрелы страшной войны, но душевные раны в семье жителей села Ферапонтьевка все еще кровоточат. Нет семьи и нет двора, из которого бы не ушел боец. Более 500 жителей села ушло на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Маленькая Ферапонтьевка жизнями и судьбами вписала свою страницу в историю Великой Победы. Единственное, что мы можем сегодня сделать для героев, это помнить, чтить и никогда не допускать такой страшной ошибки, как война. 9 мая – особенный день для нашего села. Каждый год возле мемориальных плит собираются потомки героев Великой Отечественной войны. И восторженно говорят: «Это мой дед, это мой дядя». Между нами незримая связь поколений. Вот они, наши героические предки. Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Кино идет, воюет флот, далекий год, на плёвке старой нелегкий путь, еще чуть-чуть. Фронте с твоим батьком. И кричать вперед, не шагу назад. А вперед? А вперед. Все бежать. Той перевернувся, упав уже, чи він живий, чи він не живий. А твій батько поперед мене два шага біг. І попало на нього, чи пуля, чи що там, чи снаряд, чи що. Ну, в общем, упав, в общем, вбили його. Я підходжу до нього, а він уже кровлею сходить. Уже кровлею, каже, сходить. А я ж хочу, каже, братувати, щось робити. А там якісь тільки по дорозі, то були такі якісь будки такі, знаєте, як на. Він каже, я думаю, що я його так оставлю, далі розкнують, а я його затягну туди в те поміщення, така будочка. Я, каже, взяв його за руки і
потягнув туди, а він не живий вже, тільки кров з кров'ю зійшов і все. А тут кричать вперед. Я, кажу, тако його затягнув, і вперед, і я пішов вперед. І де він остався, хто, що случило, що я його більше не бачила. Песен еще не написаны, сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой. Взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Сейчас ласковый рассвет встречаешь.